Добрый день, друзья. С вами канал «Дневник коренного крымчанина». Нахожусь в Симферополе в преддверии праздника «День народного единства» 4 ноября. С чем вас и поздравляю. Это площадь Ленина. Это Государственный академический музыкальный театр Республики Крым. И здесь находится Совет министров Республики Крым. И вот здесь на площади, друзья, сделана контур карты России. И вот этот контур нашей Российской Федерации. Ну, в преддверии этого знаменательного праздника идемся по улице Карла Маркса, также Пушкина, Горького. Да, друзья, ноябрь месяц, и розы цветут. Да, друзья, ноябрь месяц, это пора хризантем и дубочки. Этот цветок называют дубки. Они разноцветные, вообще классные. Друзья, вот здесь инсталляция «Крым, Россия навсегда». Друзья, еще я в предыдущих своих видео показывал, и здесь в Симферополе открыли такую инсталляцию, называется «Время Крыма». Это карта Российской Федерации. Она была открыта в 2019 году к Дню народного единства 4 ноября 2019 года. Это карта. Очень здорово. Красиво? Да. А вы местный житель? Нет, я из Москвы. Да? И хочу вам сказать, это в прошлом году это было установлено, в 2019 году, как раз к Дню народного единства, 4 ноября. Ну и пару вопросов. А когда вы приехали в Крым? Наверное, 2 месяца назад. А вы по работе или просто... Я просто уехала из Москвы и приехала сюда. Просто здесь... Вы знаете, жизнь дается один раз, и прожить ее надо в Крыму. Да. На южном берегу. Я вот и планирую туда как-нибудь перебраться. А, спасибо вам большое. Вам. Ну, и с Днем народного единства, которое будет 4 числа. А я сейчас вот эту хочу спасибо. Поснимать. Все, удачи. Всего доброго. Добрый день, молодежь. Здравствуйте. 4 числа вы знаете, что будет за праздник, День народного единства. Я вот тоже снимаю для своего канала.
Тоже поздравляю всех своих подписчиков, вас, девушка, тоже с праздником. Спасибо. И маму. Друзья, а вот девушка с дочкой, они приехали из Оренбурга. Оренбурга. Это 56-й регион. А, друзья, и вот сейчас я вам покажу наш Крым. И мост. Ну все, друзья, идем дальше. Посмотрим дальше по Симферополю. Это время Крыма. Друзья, сегодня завершим небольшую прогулочку по Симферополю. С вами канал Дневник коренного крымчанина. Сейчас мы посмотрим уникальные места нашего города. Это не что иное, как Чижик-Пыжик, как в Санкт-Петербурге. Это для города в дар от компании «Меандр». Это такая селфи-зона. Как сэкономить на покупке смартфона? Обменяй свой. Это наш Чижик-Пыжик. Друзья, а это наш ёшкин кот. Это настоящий ёшкин кот. Это в дар Симферополю, город Йошкар-Ала. Ёшкин кот. На счастье ему надо погладить лапу и нос. Наш симферопольский ёшкин кот. И нахожусь я в Симферополе. Это торговый комплекс «Берг». Здесь большой супермаркет «Яблоко» есть, и кино есть «Берг», и много-много всяких магазинов. А, ну и дальше смотрим. Друзья, а это улица Карла Маркса. Пешеходная зона, здесь машины не ходят. Ну, приезжают машины в магазинах, но надо иметь специальное разрешение. Она, эта улица, уже отреставрирована. Деревья все отстрижены. Посмотрите, как. Ну, они зеленые, естественно. Ну, почему-то. Ну, осени нет еще. Должна быть золотая осень. Но еще зеленые. Значит, еще не время. Морозов еще не было. Идем дальше, друзья. Это наш город. Это город Симферополь. Hello. А, девчонки. Наш город. Thank you.
Да, вот на этом месте была как раз центральная булочная. Но здание восстановили в первозданном виде. А вот такая интересная надпись: «Подними голову». И в бар кофе. Интересно. Идем дальше, друзья. Это улица Пушкина. Здесь люди совершают променад. Машины здесь не ходят. Это самая удивительная улица города. Здесь много всевозможных кафе, кинотеатров. Уже здания здесь отреставрированы. Посмотрите, это старинное здание, и вверху написано «Фотография». Давайте зайдем сейчас в магазин, посмотрим. Это просто продуктовый магазинчик. Скажи, на улице Пушкина. И идем дальше, друзья. Быстренько пробежимся сейчас по этой улице и посмотрим. А это кинотеатр «Спартак». Это вот они уже открылись. Мы открылись, написано. А все детство здесь пробыл, в этом кинотеатре. Это вот пол кинотеатра «Спартак». Что здесь интересно? Ну, как бы билетные кассы, интерьер. Все осталось так, как было в моем детстве. Правильно? Друзья, а это наш дом офицеров. Здесь есть мемориальная доска. В 26-м году выступал поэт Владимир Маяковский. Помните, наверное, о советском паспорте. Его стихотворение. Ну и «Облако в штанах», и многие-многие другие. А, друзья, сейчас журналистку встретил в Милет. О, это я уберу их вообще. Не, наоборот, я отвечаю их. Да. Вот масочки, смотрите, одна масочка, вторая масочка, и на лице еще одна маска. И обязательно салфетки, бактерицидные салфетки. Постоянно ношу, ну, друзья, сами понимаете, ситуация неоднозначная. Это киностудия «Милет». Как вас зовут? Султания. А, спасибо большое. Удачи. Это, друзья, кинотеатр «Шевченко».
сейчас мы подходим к нашему Симферопольскому цирку имени Тезикова на улице Горького. Вот это цирк. Друзья, я сейчас вот на Горького 1, и здесь, на втором этаже, в этом здании, находится крымско-татарский такой ансамбль крымского танца ТЭШ. Вот сейчас я вам покажу телефон, улица Горького 1, и телефоны. Сейчас мы зайдем сюда, ну обязательно масочный режим. Заходим сейчас сюда, и вот это помещение. Очень много у них здесь грамот, дипломов, так как они участники всевозможных концертных выступлений. Руководитель Халилов. А давно здесь находится эта ваша студия? Ансамблю уже 4 года. 4 года ансамблю, друзья. И вот здесь, как вот сейчас мы немножечко пройдемся вот сюда. И вот здесь как раз проходит занятие. И вот эта стена, это дипломы, полученные за выступление. Это дорогого стоит. Это не просто так. Да, друзья, и медали. Я поближе подойду. Это дорогого стоит. Так, друзья, а это «Одаренные дети России». Диплом победителя первого национальной премии. Ансамбль «Крымский АТЭШ», Симферополь, Республиканский, Халил, напоминания. Дети до 7 лет. А это национальные одежды. Это мужской головной убор, а это дамский головной убор. И вот там на самом верху, сейчас я камеру выставлю дальше. Вот это национальные одежды. Спасибо, девочки. Удачи вам, хорошего дня. Чисто случайно зашел и просто, ну, у вас просто удивительное место, честно говоря. Молодцы, молодцы. Ну, друзья, сделал такую прогулочку. С вами канал «Дневник коренного крымчанина». Подписываемся на канал, ставим лайки. Всего вам доброго, еще увидимся.